他惆怅，俘虏所有人的眼光，举手投足令所有的人遐想，一开口就融化，让所有耳朵疯狂。再看见，怎么无法停止想象？闭上眼，屏住呼吸，却更紧张。有多想获得你专属的青睐？说爱我，带我去你的未来。Так ты такая крутая, становишься сильнее от того, что много спишь. Замолчи. Я могу, но немного беспокоюсь о твоем здоровье. Я правда в порядке. Я купил тебе палочки для точечного массажа и освежающие пластыри. У меня дома гора этих вещей, не нужно было их покупать. У тебя уже есть? Правда, что ли? И ты продолжаешь везде засыпать? Чего ты раздражаешь? Я же сказала тебе помолчать. Я не хочу обсуждать это с тобой. Что? Я очень тщательно выбирал эти вещи. Что за льдышка? Директор Лан, уже все настроено. Хотите посмотреть? Подарок тебе. Вы сегодня так милы со мной. Я купил его для тебя, потому что ты трудолюбивая. Мир, ты не в отпуске? Увольняешься? Мир, можешь объяснить, в чем дело? Тебя кто-то обидел? Давай поговорим. Ничего не случилось. Я сама решила. Спасибо вам, что заботились обо мне, Шенмир. Я всегда считала тебя очень разумной. Почему сегодня ты не кажешься такой? Или считаешь, что наша компания твой задний дворик, куда можешь приходить и уходить, когда захочешь? Мир, не будь такой своевольной. Подумай об этом, ладно? Я обдумала это. Я пришла сегодня сюда только для того, чтобы сообщить вам. Что с вашего согласия или без него? Я больше не останусь в компании. Шенмир, что с тобой, черт возьми, не так? Менеджер Хуанг, я больше не могу заставлять себя приходить сюда. Лин Фэй, это все твое. Я отдам тебе все, что ты захочешь. Скажите программному отделу всем собраться в конференц-зале через час. А тем, что в отпуске, тоже приходить? Я сказала всем, значит всем. Обзвоните всех. Что случилось? Менеджер Ю, вы знали, что Мейер уходит? Кто сказал? Она подала заявление об увольнении. Весь программный отдел в хаосе. Где Мейер? Она только что ушла. Менеджер Ю. Мейер. Правда, увольняешься? Не делай этого. Я думал, ты разберешься с этим за два дня. Все еще думаешь, что это я должна во всем разобраться?
Почему ты не можешь это понять? Проблема никогда не была во мне. Меня устраивает, что ты пытаешься всем угодить. Ты так добр ко всем женщинам вокруг тебя, я и с этим могу смириться. Но задумывался ли ты когда-нибудь о том, что я чувствую? Я всегда думала, что я единственная, кто может капризничать и вести себя как избалованный ребенок. Даже если весь мир подумает, что я сделала что-то не так, ты всегда будешь рядом со мной. Я думала, что для тебя я особенная. Оказывается, я ошибалась. Я все сказала. Но даже тогда ты не должна импульсивно увольняться. Я не действую импульсивно. Я все четко обдумала. Не ставь на меня свое будущее. У тебя контракт с компанией, ты не можешь просто уйти. Есть штраф. Это лишь мое личное дело. Я решу все сама. Отныне я не имею к тебе никакого отношения. Обдумай все. Я могу поговорить с Хуаном. Я спрошу последний раз. Ты готов на мне жениться? Я дала тебе шанс. И похоже, ты выбрал не меня. Все в порядке. Но я буду поглядывать на тебя. Когда-нибудь ты пожалеешь о своем выборе. Вы все знаете, что произошло в программном отделе? Конечно. Из-за Линь Фэй менеджер Юр остался Шэнь Миер, поэтому Шэнь Миер ушла. Почему бы вам так не работать, как вы сплетничаете? Скоро встреча с госпожей Хуан. Ознакомьтесь со всеми программами нашего отдела по Шэнь Миер. Хорошо, я понял. Почему ты здесь? Разве я не отправил тебя к врачу? Нет, господин Фан. У меня есть продукт, с которым нужно выйти в эфир. Мне нужно все посмотреть. Больная, еще к врачу не идешь. У тебя сильный кашель. Ты заразишь весь отдел. Он прав, Синтянь. Тебе станет лучше, если ты пойдешь в больницу. Ладно, ладно, иди. Уже все готово. Шуфэй присмотрит за всем. Шуфэй, слушайся директора Лана. Не действуй, как вздумается, поняла? А! Синтянь, не волнуйся, я не напортачу с этим. Привет, Синтянь приболела, я буду вместо нее. Директор Лан. Часы слева кривые, поправьте. Хорошо, оператор, держи его горизонтальней. Ты очень хорошо выглядишь, когда серьезен. Я слышала, что Мейер уволилась с работы, это правда? Ты хочешь знать, расстался ли с ней ее Сижен, верно? Я... Так... Это правда? Хочешь, и я спрошу его о тебе? Нет. Нет. Директор Лан, как думаешь, мне идут эти часы? Ин Юань очень красивая. Когда же я стану такой же красавицей? Просто скажи, они мне идут? Миленькие. Отлично. Красивые. Так стоит ли мне их купить? Как хочешь. Неужели всем мужчинам нравятся такие влюбчивые женщины? Все, будьте готовы. Готовимся. 5, 4, 3. Начали. Ин Юань, хорошо поработала. Ин Юань, молодец. Молодец, спасибо. Продажи хорошие, все цели достигнуты. А есть данные? Я попрошу Синтянь передать их вам. Хорошо, пойдемте. Производитель может забрать продукцию обратно. Хорошо. Я помогу. Хорошо, спасибо. 4, 5. Странно. Куда пропали часы? Часы пропали. Да, посмотрите. Скорее всего, нет. Верно?
и правда пропали. Не волнуйтесь, я найду их. Как странно. Нашла. Что происходит? Почему циферблат разбит? Часы были там. Зачем ты прикоснулась к ним? Господин Фан, я просто хотела ему помочь. И чем ты помогла? Что происходит, Шуфэй? Шуфэй, я услышала от производителя, что часы разбились. Ты настоящая катастрофа. Но правда, не я разбила их. Они правда разбиты? Эти часы стоят более 10 тысяч юаней. У меня нет денег, чтобы заплатить за них. Хватит плакать. Какой смысл плакать? Прекрати. Это все моя вина. Нельзя было простужаться в такое время. Мне не следовало идти к врачу. Если бы я знала, даже умирая, не пошла бы никуда. Господин Фан, простите. Синтянь, прости. Я была последней, кто прикасалась к часам. Я отвечу за компенсацию производителю. А почему бы вам обеим не взять на себя ответственность? Почему я такая бедная? Вечно трачу всю зарплату. Когда я смогу расплатиться за эти часы? Так что же делать? Нам сейчас мало платят. Может, спросить у производителя рассрочки? Даже если будет рассрочка, от мысли, что я влезаю в долги, уже голова болит. У меня зарплата выше, чем у тебя. Может, мне получить зарплату за целый месяц? Забудь. Настолько, что наняли. Сейчас не лучшее время получать деньги вперед. Так что нам делать? Если правда выхода нет, могу только поговорить с производителем о возможности оплаты в рассрочку. Если этот метод не сработает, я найду подработку. Сделаю все, чтобы вернуть долг. Считай. Не уходишь? Я еще не закончил, а ты иди. Что ты делаешь? Разве это не сегодняшнее шоу? Хочу посмотреть, кто сломал часы. Итак, ты расследуешь правду для Шуфэй? Иначе как эта дурында решит проблему? По любому поводу она только извиняется и даже не крикнет о несправедливости. Лантянь, ты уверен, что она тебе не нравится? Почему-то у меня такое чувство, что ты увлечен ею. Это Лэ-Лэ? Я веду расследование, оставь меня. Хорошо, хорошо. Пока, Шерлок. Алло. Официант. Что случилось? Вы, Шэнь, Мейер, правда расстались? Я не понимаю, даже если мы расстались, зачем ей рисковать своей работой? Штраф очень большой. Ин Юань, ты нам все еще подруга? Не верится, что в такой момент ты смеешься. Я смеюсь над тем, что вы недооцениваете женщин. Ты действительно думаешь, что она действует под влиянием эмоций? Она пытается заставить тебя делать то, что она хочет. Но я думаю, ты мог бы использовать эту возможность, чтобы избавиться от нее. Найди новую девушку и смотри вперед. Бро, не думай об этом. Пройдет время, ты поймешь, что быть одиноким — это счастье. Мужчины подобны снежинкам и любят играть жестко. Очевидно, как сильно вы полагаетесь на женщин, но все равно притворяетесь, что избавляетесь от них, расставшись. Самое смешное, что кто-то без опыта здесь сидит и раздает советы. У меня немного опыта, но одного неудачного достаточно. Ты всю жизнь держишь обиду на то, кто тебя бросил. Я тебе сочувствую. Но мне правда любопытно. Вы расстались с Шенмиер из-за Линфэй, да? Проблема между нами существует уже давно, а Линь Фэй тут ни при чем. Я не верю тому, что ты говоришь.
Для женщины подозрительность и ревность могут стать достаточными причинами для расставания. Более того, Лин Фэй молода и красива, а ты ее старший. Старший Юсижан, давай называть вещи своими именами. У тебя действительно не осталось никаких чувств к Лин Фэй со школы? Ты старший. Это я, Шу Фэй. Ты мне так нравишься. Я тебя очень-очень люблю. Я должна признаться, это не Лин Фэй писала тебе, это была я. Доставляла тогда Шу Фэй? Были доставлены Шу Фэй в то время, верно? Любовные письма? Это очень похоже на то, что сделал бы менеджер Ю. Кстати, Лан Тянь, почему в последнее время ты проводишь так много времени с Шу Фэй? Я? Реально? Она же тебе не нравится, да? Ты слишком много думаешь, он просто сосед Шу Фэй. Мы говорим о Юсижане, почему заговорила обо мне? Смотри у меня. Если хочешь найти девушку, должен найти лучше меня. Ты понял? Что я сделал не так? Госпожа Хуанг, я знаю, что вы хотите сказать, но я... Мир, сначала выслушай меня. Ты же понимаешь, что работу и отношения нужно уметь разделять, верно? Мир, я всегда высоко тебя ценила. Ты единственная в этой компании, кто может помешать Инь Юань. Ты же знаешь, мы с ней не ладим. Я всегда воспринимала тебя как родную. Или сделай мне одолжение. Ты можешь отдохнуть недельку и позже вернуться к работе. Разве ты не хотела взять прайм-тайм в 18 часов? Я поставлю твое шоу в это время. Ладно? Госпожа Хуанг, я увольняюсь не потому, что мне нужен этот прайм-тайм. Я знаю. Я уже давно планировала это сделать. Но ты только вернулась, и я была очень занята. Поэтому я все откладывала это. Давай тогда закончим на этом. Иди и хорошо отдохни. Не думай ни о чем. Госпожа Хуанг, мне нужно, чтобы вы дали мне обещание. Куда идешь? Я поговорю с производителем о компенсации. Пойдем со мной. Прости, это я разбила часы. Ты их разбила? Тогда почему промолчала? Потому что эти часы очень дорогие. Я вообще не могу себе этого позволить. Прости, Шу Фэй. Тогда ты не можешь спихнуть всю вину на меня. Я и не хочу. Но я правда не могу позволить себе эти часы. Вот почему я не могу это признать. Ты не можешь позволить, а я что могу? Знаешь, что со мной случилось из-за этих часов? Прости, Шу Фэй. Я поняла это позже. Но мысль о том, что меня уволят, если я не смогу за это заплатить, меня пугает. Поэтому мне не хватило смелости признать это. Шу Фэй, я знаю, что не могу просить тебя об этом. Но, пожалуйста, помоги мне, хорошо? Я не знаю, кто еще может мне помочь, кроме тебя. Пожалуйста, Шу Фэй. Все решено? Куда ты? Иду к производителю. Разве все не решено? Леле пока не может найти столько денег. Мне нужно поговорить с производителем о компенсации. Ты в своем уме? Все уже раскрылось. Теперь ты должна объяснить это господину Фану. Скажи ему, что ты взяла на себя чужую ответственность. Я уже взяла вину на себя. Что изменится, если я скажу это сейчас? О чем это ты?
Собираешься платить деньги, не сказав правду? Я не буду платить за нее. Это будет в долг. Она вернет мне деньги позже. К тому же, что бы я ни сказала, это уже произошло. Ошибка была допущена. Не нужно делать из мухи слона. Поэтому сделай мне одолжение. Никому не говори, что Лиле сломала часы. Я всю ночь не спал, пытаясь помочь такой глупой свинке, как ты. Линьфэй? Директор Лан? Разве Шуфэй не вернулась с тобой? Она ушла на подработку, чтобы расплатиться за часы. Подработка? Где? Работает так поздно, не боится внезапно заснуть? Директор Лан. Я имею в виду, она, наверное, устала. Я хотела бы попросить вас об одолжении. Можете ли вы не рассказывать в компании о болезни Шуфэй? Я не скажу. Спасибо, директор Лан. Но... Когда у нее появилась проблема со сном? Она любила поспать с детства, но не знала почему. Но когда пошла в больницу, обнаружила, что это нарколепсия. И с этим ты не остановила ее от работы? Конечно, я пыталась ее остановить, но она слишком упряма, чтобы меня слушать. Директор Лан, мне кажется, вы заботитесь о ней. Она весь день возилась со мной. Мы отвечали за часовое шоу. Ты забыла это? Да, точно. Тогда я пойду. Подожди. Где работает Шуфэй? Синьфуканский соус из фасоли. Попробуйте. Госпожа, хотите попробовать соус из фасоли? Блюда с ним будут вкусней. Хорошо, дайте две баночки. Две баночки? Хорошо. Вот, спасибо. Спасибо. Приходите еще. Что это? Синьфуканский соус из фасоли. Хотите попробовать блюдо с этим соусом? Оно очень вкусное. Нет, спасибо. Синьфуканский соус из фасоли, господин. Почему ты здесь? Какое совпадение? Купить кое-что. Хочешь попробовать соус из фасоли синьфукан? Он правда вкусный, давай. Если не будешь покупать, не нужно здесь стоять. С тобой что-то не так? Ты взяла на себя чужую вину и заплатила за часы, которые не ломала. И теперь должна спрашивать людей, не хотят ли они попробовать образец соуса? Это мое. Это мое дело, а не твое. Не мое? Я провел всю ночь, пытаясь узнать правду, но ты просто отпустила ее. Что ты будешь делать, если Лале не сможет вернуть тебе долг? Мы в одной компании. Никуда она не денется. Сейчас вы в одной компании, но она может уйти в любой момент. Можешь перестать так плохо думать о людях? Лиле сказала, что вернет деньги. Я верю ей. Если она убежит, я приму свое невезение. Синьфуканский соус из фасоли. Не проходите мимо, попробуйте. Он сделает блюдо вкуснее. Господин, хотите попробовать соус? Почему ты не ушел? Я хороший парень, подвезу тебя. Правда? Я думала, ты никогда не подвозишь девушек. А ты девушка? Мне кажется, ты сегодня немного странный. Не такой странный, как ты. Ты же ведешь себя странно не потому, что я больна, верно? Последнее время много кто называет меня странным, и я пытаюсь понять, почему. Больше не приходи на эту работу. А как мне заработать деньги и оплатить часы, если я не буду работать? Всегда есть способ. У тебя не будет времени тут работать. Ты вернулась? Вернулась. Директор Лан приходил к тебе? Откуда ты знаешь? Он правда пришел к тебе? Да. Скажи мне, директор Лан преследует тебя?
О чем ты говоришь? Как он может преследовать меня? Тебе не кажется это странным? Каждый раз, когда с тобой что-то случается, он всегда рядом. И что тут странного? Я думаю, он преследует тебя. Сначала я тоже так думала, но потом поняла, что он, кажется, больше интересуется тобой. Зачем ему мной интересоваться? Не думаешь, что он издевается надо мной? Не думаешь, что ведет себя по-детски? Это он так пытается привлечь твое внимание, понимаешь? Забудь. Он даже не видит во мне девушку. Как он может меня преследовать? Ладно, я в душ. Директор Лан, Шу Фэй. Возможно ли это? Уведомление о семинаре магазина на диване 2016 года. Наша компания собирается провести семинар. Для чего? Это командная вылазка? Это мастерская, правда? Это коллективное исследование по определенной теме. На что вы смотрите? Тянь. Наша компания проводит семинар в течение 3 дней и 2 ночей. О чем этот семинар? Это командная вылазка? Интересно, куда вы обычно ходите? Какого черта? Идти на учебу? Такое напряженное время? Это убьет меня. Я бы предпочел не идти, если бы мог. Не пойдете? Похоже, что семинар — очередная битва между товарным и программным отделами. Не волнуйся, пока я здесь, товарный отдел не сможет хорошо провести время. Так вот, что это такое? Битва? Что за битва? Что происходит? Ты из программного отдела, не волнуйся. Директор Лан только что сказал, что нехорошо будет лишь товарному отделу. Бедная Шу Фэй. Но это продлится 3 дня. Не смогу пойти на подработку. Шу Фэй, мне есть что тебе сказать. Что происходит? Это... Леле, где ты взяла эти деньги? Мой друг одолжил мне их. Шу Фэй, прости, что я позволила тебе взять на себя мою вину. Просто отдай производителю. Это я разбила часы. Спасибо, что не сказала компании. Мне не следовало просить тебя помочь мне расплатиться. Но если ты дашь мне деньги, с тобой все будет в порядке? Конечно. Просто возьми. Мне правда одолжил их друг. И он сказал, что я могу вернуть ему долг позже. Это хорошо. Я пойду работать. Видишь, Лиле держит свое слово, а Лантянь в это не верил. Давай же, пошли. Поторопись. Дай мне. Вот помоги. Помоги. Давайте. Ребята, берите вещи и в автобус. Мы отправляемся. Хорошо, залезайте. Залезайте. Скорее. Эй, инопланетенка. Ну-ка, подойди сюда. Помоги. Возьми с собой в автобус. Он хорошо обращается с нами, как со своими рабами. Пойдем. Лень Фэй, одна Шу Фэй только нужна. Подойди. Поторопись, иди сюда. Фэй Фэй, ты садись, я скоро приду. Хорошо. Живее, живее. Хватит кричать, я слышу. Хочешь, чтобы ее взяла? Живее. Замечательно. Шу Фэй, в автобусе уже нет мест. Попроси коллег, чтобы они тебя подвезли. Разве мое место не рядом с Фэй Фэй? Ин Юань говорила, что не поедет, но она передумала. Если не можешь никого попросить, то возьми такси. Скорее. Могла бы хотя бы спасибо сказать. Зачем нам быть такими вежливыми? Фэй, почему ты не села в автобус? Ин Юань сейчас сидит рядом со мной. Я словно на иголках сижу. Лантянь, ты дружишь с Ин Юань. Скажи, она мягкая или жесткая?
Ты мягкая и жесткая. Одновременно? Какая-то ерунда. Она когда-нибудь тренировала новичков? Мы можем поучиться у них. Да. Кого? Они все уволились. А что, почему спрашиваешь? Я хочу помочь Фэй-Фэй. Когда она была стажером, Мир всегда придиралась к ней. А став постоянным сотрудником, Ин-Юань начала приставать к ней. Теперь мою Фэй-Фэй преследует страх. Линь-Фэй должен одолевать страх. Ин-Юань занимает первое место в сфере продаж. Она просто как королева. Быть рядом с королем — это как жить с тигром. Разум королевы непредсказуем. Возможно, однажды Линь-Фэй станет ее любимицей. Сложно сказать. Королева? Ага. Королева. Женщины сложные и непредсказуемые, а тем более королевы. Мы не можем сказать, о чем она думает. Это не то, что нормальные люди могут легко понять. Если хочешь доставить ей удовольствие, необходимо тщательно ее прощупать, понимаешь? Она как королева. Мы должны быть осторожны во всем. Нам нужно понять ее мысли и обхаживать ее. Быть похожими на ее служанок? Тебе есть хоть капля гордости? Ты не служанка. Ты больше похожа на евнуха. Ты чокнутый? Я за рулем, осторожней. Некоторых еще здесь нет, но я хотела бы напомнить вам о расписании на сегодня. Пожалуйста, соберитесь в конференц-зале в 15:00. У нас будет учебное занятие. После занятия у вас будет немного свободного времени. Надеюсь, засиживаться допоздна не будете. Завтра у нас есть дела. Чье имя я назову, подойдите и получите ключ от номера. Ин-Юань, спасибо. Дядя. Почему Цянь без очереди получила ключ? Господин Фан, это ваш. Когда мы получим? Дон? Шутишь? Хочешь работу потерять? Цяо Сюань, а что насчет нас? Джоу Линь? Работать в большой компании — это прекрасно. Мы можем даже жить в отеле, посещая семинар. Теперь ты счастлива? Тебе повезло прокатиться с директором Ланом. Ты не представляешь, как трудно было мне? Став постоянным сотрудником и начав работать с Ин-Юань, каждый день для меня тянется как год. Шуфэй, когда я смогу работать одна? Фэй-Фэй, у меня хорошие новости. Какие новости? У меня есть кое-какая информация. Какая? Лантянь и Ин-Юань — близкие друзья. Он рассказал мне, как с ней поладить. Правда? И как? Он сказал, что Ин-Юань похожа на королеву. Быть рядом с королевой — словно жить с тигром. Все женщины сложные и непредсказуемые, а тем более королевы. Мы не знаем, о чем она думает. Не говори глупости, просто переходи к делу. Дело в том, что нужно сдаться. Сдаться? Смотри. Обращайся с ней каждый день так, как если бы ты была ее служанкой. Если она закашляет, принеси ей воды. Если она злится на тебя, улыбнись ей. Обещаю, жить будет легче. Я не буду. Это все равно, что задницу ей целовать. Отвратительно. Я знаю, тебе это не нравится. Кому это понравится? Но говорят, начав работать, ты больше не можешь следовать зову своего сердца. Чего ты хочешь, гордость или хорошую жизнь? Я хочу хорошую жизнь. Ну так и что тогда? Но не думаю, что жизнь станет лучше. Ну же, просто прими это. Прими. Распакуем вещи. Передай мне, передай. Фэй-Фэй, ощущение, будто я на Мальдивах. Просто жарковато. Это так здорово. Вот что такое женщина. Она такая фигуристая. Линь-Фэй, почему не купаешься?
Я не люблю плескаться. Я с тобой, я тоже не люблю плескаться. Ну же, Санвэй, почему ты так смотришь? Менеджер Ю и директор Лан здесь. Менеджер Ю? Почему сидишь тут? Искупнись. Не хочу. Искупнись, не сиди просто так. Просто супер. У меня слюнки текут. Отойди, не мешай. Эй, вы, два толстяка, не стойте перед нами. На кого вы смотрите? Вы никогда не видели мужчину, что ли? Идете играть, идемте играть. Хочу с директором Ланом. Подожди меня. А вот и я. Давайте. Сюда, сюда. Дай мне. Давай, следующий. Кидай сюда. Давай, менеджер Ю. Отлично, давай. Помогите! Шуфэй! Кто-то тонет! Шуфэй не умеет плавать! Шуфэй! Помогите! 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 Помогите им! Помогите им! Шуфэй! Быстрее, плыви туда! Шуфэй, помогите! Быстрее, вытаскивайте их! Быстро! Скорее, вытаскивайте! Осторожней! Не спешите, осторожно! Она в порядке? Шуфэй, как она? Быстрее, поднимите ее. Как она? Положите. Шуфэй. Искусственное дыхание. Рот в рот. Шуфэй, ты в порядке? Шуфэй. Как она? Шуфэй. Очнулась. Очнулась. Она очнулась. Как хорошо. Шуфэй. Шуфэй, ты как ты? Ты как, Шуфэй? Как ты? Шуфэй. Полотенце. Дайте, Санвэй, ты меня напугала. Не знала, что не умеешь плавать? Верно. Как ты? Опасно же, ты не поранилась? Вот. Как ты, в порядке? Зачем прыгнула в воду, раз плавать не умеешь? Точно. Где не мальчик? Не волнуйся, он в порядке. А ты, Санвэй, хочешь в больницу? Да, давай туда сходим. Куда смотришь, сгинь. Тогда мы не пойдем в больницу, не пойдем. Осторожней. Шуфэй. Почему она убежала? Шуфэй. Как опасно, напугала да. меня. Давай еще раз. Давай сходим вместе. Что скажешь, директор Лан? Делай вот так. О! Директор Лан. Давай сходим на экскурсию, ладно? Что скажешь? Лэлэ, хочешь на экскурсию? Я могу пойти с тобой. Нет, я хочу пойти с директором Ланом. Я хочу пойти с тобой. Иди сюда, не оставь меня в покое. Что происходит с Лили? Она только и бегает за директором Ланом. Ты бегаешь за ним? За кем я бегаю? Это он преследует меня. Что, правда что ли? Влюбился в другую девушку. Да. Когда я преследовал тебя? Почему ты не признаешься, что я тебе нравлюсь? Тогда почему дал деньги, чтобы расплатиться за часы? Это деньги Лантяня? За эти разбитые часы. Она к тебе прям приклеилась. Ладно. Если не я тебе нравлюсь, значит, она нравится? Кто она? Ладно, тебе успокойся. Что я происходит? Не знаю. Я не знаю. Что происходит?
Что ты делаешь? Затем я... Да. Что ты делаешь? Мне нравится Шуфей. Реально? Какой сюрприз? Вот это да. Поразительно. Что ты делаешь, маньяк? Как здорово. Я такого не ожидал. Вперед! Ты сегодня проиграешь. Это мои слова. Директору Лану нравится Шуфей? Да. Это невозможно. Это просто шутка. Разве ты не видишь этого? Директор Лан намеренно сказал это, чтобы избежать приставания Леле. Я тоже так думаю. Битва между программным и товарным отделом. Готовы? Отлично! Вперед! 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 Останови его! Вперед! Отлично! Отлично! Давай! Вперед! Вперед, вперед! Молодец! Вперед! Отлично! Вперед! Ну же! Быстрее, быстрее! Давайте! Давайте, осторожнее! Директор Лан! Вперед, давай. Директор Лан! Защищайте! Давай! Отлично! Отлично! Еще раз! Отпусти ее! Совсем ненормальная! Защищай! Вперед, быстрее! Скорее! Осторожно, он собирается кидать! Еще бросок. Вперед! Что происходит? Ты в порядке? Ты как? Инь-Юань, ты как? Инь-Юань, ты в порядке? Инь-Юань, я... Инь-Юань, ты в порядке? Ты как? Инь-Юань! Инь-Юань, как ты? Как ты? Это что, кровь? Где больница? Больница? Где больница? Есть ли тут врач? Инь-Юань, я не хотела. Давай, присядь. Я в порядке. Немного еды? Уйди, не хочу с тобой говорить. Что? Разве это не благословение нравится мне? Я знаю, что ты используешь меня как щит. Не волнуйся. Если прилетит стрела, я закрою тебя собой. Перестань уже таскаться за мной. Нехорошо, если нас увидят вместе. Тогда пусть видят. Я не возражаю. Я возражаю. Иди туда. Инь-Юань, с рукой все в порядке? Да. Фэй-Фэй, я здесь. Менеджер Ю. Зачем позвала его? Дорогая, твоя рука в порядке? Все нормально. Это отлично. На семинаре нужно учиться. К чему играть в баскетбол?